Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Рада всех приветствовать. Так, меня слышно? Хорошо? Подскажите. Да, все прекрасно слышно. Все, замечательно. Тогда начинаем. Еще раз всех приветствую. Очень благодарна всем, кто сегодня пришел на нашу презентацию. Сегодня я первый раз провожу презентацию курса интеллектуальных онлайн-тренировок SuperJump. И прошу вас обязательно досмотрите эфир до конца, потому что в конце вас ждет подарок. Давайте познакомимся. Меня зовут Медникова Татьяна. Я живу в Нижегородской области и уже более 10 лет как уехала из большого города, из Нижнего Новгорода, в сельскую местность, так сказать, на землю. И вдвоем с мужем создаем мы родовое поместье вместе с единомышленниками. У нас поселение родовых поместьй создаем. И чем мы занимаемся? У нас есть свое хозяйство, у нас есть куры, козы. Сажаем сады, цветы, деревья, занимаюсь тоже праздниками, организовываю у нас поселение, занимаюсь с детьми, играю, работаю няней. И вот как пришел ко мне SuperJump волшебным образом. Уже на протяжении многих лет я в свой день рождения сплю под своей звездой, так сказать, в палатке. И смотрю на звезды, мечтаю, загадываю желания. И мне каждый мой день рождения снятся необычные сны. И в этот раз, в августе 22 года, мне приснился сон. Я стою за кулисами на большой сцене, делает презентацию какого-то проекта. Моя соседка и уже теперь мой наставник Татьяна Русь, вы ее знаете многие. А перед сценой стоят два значимых для меня человека. Это Владимир Мегре, человек, который определил образ моей жизни. Я ему очень благодарна за то, что он в своих книгах описал именно идею о родовых поместьях, поэтому я нахожусь здесь. И еще один человек – это Михаил Петрович Щетинин, человек, который для меня является духовным, ну, такой звездой, лидером, который тоже для меня очень значим. И для меня это был как знак, что соединение духовного плана, и Владимир Мегре, он практически всю свою жизнь был тоже предпринимателем, потом стал писателем. То есть материально и духовно соединяются, и они смотрят на этот экран. И когда уже наяву Таня мне прислала поздравление, а я говорю, а мне приснился сон, я ей рассказываю. Она говорит, ну надо же, а я вот сейчас в таком проекте, говорит, я буду проводить тренировки, заходи. Я говорю, ну через два дня, я говорю, хорошо. И я, как только начались первые тренировки, я поняла, что это все, это мое, это то, что мне нужно, потому что по всем упражнениям, которые шли, в принципе, я работала в течение всей своей жизни. Я поняла, что это мое, мне здесь интересно, я хочу здесь находиться. И не сразу я стала интеллект-тренером. Через какое-то время, пока там у меня были свои дела семейные, и купила лицензию, потом прошла 4 тренировки, провела свою тренировку. И что же меня привлекло и вообще что же, о чем это вот сейчас как раз-таки и расскажу, презентую вам наш курс интеллектуальных онлайн-тренировок SuperJump. Здесь что происходит? Здесь внедряются привычки успешных людей. Здесь просаливаешься просто в состоянии, как огурец. Здесь люди, которые развиваются, целеустремленные, знают, что они хотят, добиваются своих целей. Здесь раскрывается потенциал, предназначение. И, конечно, наполняешься энергией и счастьем. И это все за каких-то 10 дней. 10 дней жизни меняет полностью. Кому поможет этот курс? Курс поможет бизнесменам и профессионалам, которые хотят пробить финансовый потолок, которые хотят прокачать лидерство и ораторское мастерство и собрать вокруг себя сильную команду.
Я на самом деле была очень удивлена, когда увидела, что в сообществе Superjam очень много предпринимателей. Люди, которые даже продают свои бизнесы и идут именно только именно сюда, в Superjam, потому что они тут тоже соединяют и духовное, и материальное. И это очень здорово, что у нас сейчас есть такие предприниматели. Также поможет амбициозным и целеустремленным людям, которые хотят реализовать амбиции, достичь больших целей в жизни и раскрыть свой потенциал. Я здесь тоже для того, чтобы у меня есть цели, я хочу, я не скажу, что я амбициозный человек, но у меня есть цели, и я их хочу достичь. Также поможет активным людям, которые хотят укрепить силу воли, иммунитет, улучшить самочувствие, физическое и эмоциональное состояние. Тоже являюсь активным человеком, и многие упражнения, на самом деле, действительно дают энергию, дают заряд, и ты на протяжении всего дня и вертишься, крутишься, успеваешь очень много дел. Поможет также тем, кто постоянно развивается, кто хочет сделать квантовый скачок в личностном и профессиональном росте, саморазвитии и мышлении. Ну, про себя скажу тоже, что я человек очень много где обучаюсь, мне интересно все. Если ты развиваешься сам, то совершенствуй себя, можно сказать, совершенствуй среда обитания. Вот, и это здорово. Также поможет этот курс тем, кто ищет точки опоры, кто хочет выйти из кризиса, депрессии, эмоционального выгорания или определиться с миссией, предназначением, смыслом жизни. Очень много сюда приходит людей, которых действительно в каком-то находится состоянии апатии, депрессии. И благодаря нашим упражнениям они выходят на другое состояние, у них меняется эмоциональный фон. Также поможет парам, которые хотят укрепить отношения, вернуть страсть, обрести взаимопонимание, гармонию и счастье. Уже очень много у нас пар, которые есть пары, которые остались, сохранили семью. Есть даже у нас пример прекрасный в команде, где есть девушка, которая даже вышла замуж, прошла все испытания и вышла, нашла своего человека здесь, в Superjam. И они поженились и живут очень счастливо. Что же такое Superjam? Волшебный наш Superjam – это курс интеллектуальных онлайн-тренировок для развития мышления, управления своими эмоциями и улучшения общего физического состояния. А в основе всего лежит 8 простых упражнений. Методика настолько проста и доступна, что она эффективна, что ей могут пользоваться люди любого возраста. Как же проходят тренировки? Всего 10 дней, по одному часу длится обучение. Проходит это все онлайн, в Зуме или в Скайпе. То есть все в домашнем режиме. В группу набирается 10-12 человек, не больше. Так это очень удобно, чтобы услышать и создать душевную атмосферу. Более 5 миллионов долларов и более 30 лет было вложено в поиск упражнений и разработку методики. Основатель методики Владимир Довгань, который многим известен как предприниматель и, в принципе, всю свою сознательную жизнь он занимался предпринимательством и достиг больших результатов, его знают по всему миру. И он не только как предприниматель, он еще объездил очень много стран в поисках каких-то духовных истин. То есть есть у тебя уже все, у тебя уже миллионы, миллиарды, но что-то еще, а счастья в мире нету. И вот он искал что-то такое по всему миру. И нашел 300 каких-то таких волшебных упражнений, и из них выбрал всего 8 прекрасных, действенных, простых упражнений, которые могут повторить все. Курс проводит сертифицированный интеллект-тренер Всемирной ассоциации Superjam. Если перевести в цифры, то уже 70 тысяч учеников прошли наши образовательные программы и подтвердили эффективность методики. 120 стран, в которых обучаются ученики международной онлайн-системы Superjam.
10 тысяч тренеров со всего мира являются членами Всемирной ассоциации интеллект-тренеров Superjump. Почему же люди выбирают Superjump? Ну, потому что это быстро. Всего 10 дней и 1 час. Можно 1 час найти в день, чтобы пройти обучение. Очень эффективное. Это удобно. Тренировки проходят онлайн в Zoom или в Skype. Эффективно. И уже 92% учеников видят результаты уже на ближайшие дни, уже на 4-й день. Это заметно. Хорошо. Это доступно, и выполнять тренировки можно дома, выполняют и на работе, если работа позволяет. Это интересно, и уже в первый день ученики в восторге от методики, в восторге и дети, и взрослые. И это просто. И тренировки подходят для детей, для взрослых и пожилых людей. Уже более 1000 положительных отзывов оставили ученики о тренировках Superjump. И сегодня у нас здесь присутствуют участники, которые прошли уже тренировки, и я бы попросила высказать, что вам дал Superjump. Расскажите о своих, свой отзыв оставьте. Вот приглашу своего партнера Ольгу Рачкову, если можно. Поделись, пожалуйста, что для тебя Superjump? Всех приветствую. Сегодня прекрасный день, и я очень рада, что я попала на эту конференцию. Так, меня зовут Ольга Рачкова. Я уже прошла 4 тренировки. Они меня очень-очень наполнили энергией. Я помню, когда я пришла на эту тренировку. Ну, в общем, я поняла потом со временем, что во мне энергии было на ноль. Ну, там, я не знаю, даже, может, даже минус был 10%. Я не знаю, как я барахталась в этой жизни. Но сейчас я чувствую, что во мне появилась энергия. И хочется жить, творить, хочется двигаться вперед и помогать людям двигаться вперед. Ну, тоже как бы делиться с ними какими-то положительными эмоциями, приглашать их в Superjump. Так, что же мне еще дало? Ну, немножечко я поняла, что у меня полет творческой мысли, скажем так, развился, какое-то ограничение окружающий мир в свое время оставил и не позволял, скажем так, мыслить большими масштабами. Сейчас эти масштабы, скажем, разрастаются и увеличиваются, и хочется творить во Вселенной. И также мне очень понравилось, что у меня появилось очень много знакомых и с кем-то, и мне хочется общаться, я с ними увеличиваю общение, и у меня знакомые теперь по всей России. Я готова передать слово. Благодарю, Оля, благодарю за то, что ты пришла, поделилась с нами. Спасибо тебе большое. А мы передаем слово и еще одному участнику, ребята, кто готов рассказать о своих успехах в Superjump, на своих тренировках, которые он прошел. Поделитесь, пожалуйста. Я могу выступить, рассказать. Спасибо. Расскажите, пожалуйста. Меня слышно? Слышно. Добрый вечер всем. Добрый вечер всем, друзья. Приятно так всех видеть с лучезарными улыбками. Такие, ну, вообще классные такие все. Вот. Я пришла в Superjump вообще в феврале 23-го года. Я успешный предприниматель. Вы видели на слайдах, нам рассказывала Татьяна, что это подходит и для успешных предпринимателей. Я поняла в один момент, что мой бизнес перестал развиваться. Вот не пробить финансовый потолок. Не растут доходы, и все. Не могла понять, в чем. Конечно, энергия у меня падала. И уверенность тоже в себе падала со временем.
И тут вот мне моя знакомая, которая живет в Германии, мой бизнес-партнер, она говорит, есть такие интеллектуальные тренировки. Говорит, Валя, точно знаешь, что тебе это поможет и твоим партнерам тоже. Ну, я решила, ну, почему бы и нет. Вот. Потому что, ну, как бы бизнесом я планировала и дальше заниматься. Когда я пришла на эту тренировку, я поняла, что в первую очередь это для меня, для моей души, для моей уверенности, для моего состояния это интеллект-тренировка. И сразу, пройдя, конечно, проходила много тренингов, много очень дорогостоящих тренингов, много книг прочитано, и Наполеона Хилла, вы знаете, «Думай, богатей» и так далее. А как это думать? А что это делать, чтобы все-таки богатеть? Я не понимала. И всегда у меня было так, что вот бизнес на первом месте, а, например, другие области жизни у меня проваливались, и не получалось колесо баланса. Думаю, ну в чем тут дело? Надо все равно в бизнес упереться, чтобы как-то... И тогда все остальное подтянется. Но при этом... Видите, потолок этот не давал мне никак, невозможно было мне его пробить. Хотя, конечно, сейчас идут изменения и в бизнесе, но совсем мало времени прошло с февраля месяца, да. Я понимаю, что мне еще надо, столько лет у меня была такая вот, ну, железная леди, душа закрепленная, и я не давала ей распуститься, поэтому после первой тренировки я плакала, когда я слушала вот песню «Улыбка», смотрела ролики об улыбке. Меня настолько это вот растрогало, потому что я поняла, что это для меня, что это вот для моего мышления. Вот это простое упражнение дает мне какой-то рост, вот дает саморазвитие. И вспоминая книги умные и тренинги, которые я прошла, вот тогда я поняла, что... Почему у меня остановился поток финансовый? Потому что наше саморазвитие, оно и определяет нашу материальную ценность и финансовое вознаграждение от Вселенной. Поэтому вот пошел, не развивалась моя душа, не летела моя мысль так, как надо, чтобы это было во Вселенной. Вот, поэтому иммунитет у меня укрепился благодаря этим упражнениям. Вот. И, естественно, это еще не стало привычкой, потому что когда 20 лет работаешь в одном режиме, а тут за 2 месяца хочешь уже перестроить все в своей жизни, там, и привычки, и там, в общем-то, совсем на другую волну, это не так быстро происходит. Когда вспоминаю и осознанно там каждый день провожу, я вспоминаю, там, я хозяин своих мыслей, я хозяин своих чувств, там, улыбаюсь, там, осанка короля и королевы. Ну, в общем, много классных таких упражнений, которые один другого дополняют. Но так вот я мечтаю и просто в аудиотренинге себе записала, что это станет вот такой автоматической привычкой, как вот пойти почистить зубы. Как, например, там, в общем, то, что у нас, и тогда в самом деле все будет гармонично, и тогда у нас вот этих 2 весла, которые дают нам гармоничную жизнь, материальная и духовная, когда они придут в баланс, тогда все будет здорово. Вот, ну вот такой у меня сегодня отзыв. Благодарю, Татьяна, благодарю. Что вы дали мне родное сердце выступить. Благодарю. Танечка, ну давайте я тоже поделюсь, поддержу. Давайте еще один участник, и мы пойдем дальше. Да, меня зовут Альбина, я проживаю в городе Иркутске. В Суперджамп я пришла в декабре 2022 года. Выжатая вообще как лимон, вообще в осадке, можно сказать, потому что со мной произошло... Ну, происшествие, я попала в ДТП, мне сбила машина прямо на тротуаре, и я... перенесла серьезную операцию на левую ногу, 7 месяцев ходила на костылях, и, естественно, моя жизнь разделилась до и после. Всю жизнь я была очень энергичным человеком, очень позитивным таким вот организатором, потому что работала на руководящей должности, у меня тоже был бизнес, агентство недвижимости. Вот. И, естественно, что я не знала, куда себя деть, я перестала улыбаться, я вообще, ну, вы знаете, вот, ну, на нуле была моя энергия, я не выходила из комнаты, хотя и на костылях ходила, потом с тросточкой ходила, восстанавливалась, естественно, реабилитация проходила,
Очень было сложно, всякие вот эти моменты с судами, которые, ну, проходили там вообще от суды, апелляции, все прочее, прочее. И я вообще перестала улыбаться. Но так случился случай, да, наверное, оказалось в нужном месте в нужное время. Я встретилась с Оксаной нашей Шумовой Коровиной. Я на нее не смотрела, когда она в офис зашла. Я увидела ее вот эту лучезарную улыбку. Я просто вот воскликнула в офисе, говорю, я тоже так хочу улыбаться. Они тогда приехали в город Иркутск с будущим мужем, а он был мой партнер в компании. И вот так мы познакомились с Оксаной, и она говорит, тебе нужно пройти тренировки. А я человек, который сопротивляется всего 2 секунды, говорю, я готова. И вот 21 декабря я зашла на первую тренировку к Оксане Шумовой. Я не знала вообще, что это такое, что мне предстоит там пройти, что это за тренировки. И в итоге, когда первый день вот эти 200 улыбок, для меня было очень сложно, мне не получалось. Я первый день 47 раз только улыбнулась. Я прям так вот себе крестики ставила. На второй день я 74 улыбки насчитала, а потом думаю, нет. Ну, надо же выполнить. Я карандаш вот так в рот положила, вот это такую дежурную улыбку натянула. И потом макаронины положила. Вот макаронины перекладывала так слева направо и считала. У меня вот такая была искомина, у меня так мышцы прям все вот затвердели. Я прям зазевала, зевота напала. Но я выполнила эти 200 улыбок. Но запрос был не только на улыбки, запрос был на восстановление, конечно, здоровья. И вот это вот наша жемчужина, наше упражнение «Будь здоров». Вы знаете, я начала... боялась, конечно, потому что у меня в ноге были металлоконструкции, я как-то переживала из-за ноги, но я себя пересилила, я взяла волю свою в кулак, потому что я очень сильная женщина, думаю, раз я сюда пришла, значит, мне нужно наполниться энергией и восстановить в первую очередь свое здоровье. Естественно, и я на третий день начала обливаться, и вот до сих пор я ни одного дня не пропустила, ни одного дня, это вот настолько меня бодрит на всю, вот прям на весь день, наверное. И, естественно, конечно, вот этот круг силы, вот эти наши коллеги, наша команда на тренировках, когда мы так заряжаемся друг от друга, это вот самое ценное, наверное, потому что мы все незнакомые, но мы такой родной стали семьей. Мы друг друга понимаем с полуслова, с полузгляда, даже вот эти вот лайки ставим друг другу, мы так это поддерживаем. И естественно, вот, Танечка, ты сегодня первый раз, но у тебя все замечательно. Поэтому, кто еще сомневается, это вообще вне сомнения, приходите, раз вас пригласили сюда, значит, вы оказались в нужном месте, в нужное время. Я всем желаю вам пройти эти тренировки, эти упражнения и практически применить на себе. Благодарю, Таня. Спасибо большое, Альбина, большое спасибо. А мы продолжим дальше нашу презентацию. Что может дать курс Суперджамп? Мы вот сейчас уже услышали, да, прекрасные результаты наших женщин, да, наших тренеров уже. И что же может дать, да? Это рост в финансах, успехи в бизнесе и в работе. Нам уже об этом рассказали, да. Это прокачка лидерства, уверенности в себе и повышение самооценки. Это устранение и профилактика депрессии, апатии, эмоционального и профессионального выгорания. Это улучшение семейных и любовных отношений, отношений с детьми, с друзьями и коллегами. Тоже нам сейчас уже с нами поделились, какие истории, да, были, что к чему приводит. Это развитие интеллекта, креативного и дивергентного мышления. Успехи в ораторском мастерстве, в коммуникабельности. Укрепляется здоровье и иммунитет, развивается сила воли. Также может курс дать скачок в личностном и профессиональном развитии. Поднимается энергия, счастье, жизнерадостности. Обретается смысл жизни, предназначение находится своя миссия. В программе обучения всего 8 упражнений. Мы их называем 8 жемчужин. Уже немножко озвучивали тут, какие у нас есть упражнения. Первое упражнение, великолепное, ускоряет выработку гормонов счастья в организме, повышает работоспособность, креативность, снимает
усталость, разгоняет скорость мышления, прокачивает ораторское мастерство. Это супер упражнение, самое первое, очень позитивное. Упражнение второе позволяет контролировать поток негативных мыслей, быстро изменяет ментальное состояние на более позитивное, избавляет от вредных привычек. Третье упражнение дает уверенность в себе, поднимает уровень энергетики, позитивно влияет на общее физическое состояние и работу внутренних органов. Четвертое упражнение развивает силу воли и умение быстро принимать решения, стимулирует нестандартное креативное мышление, укрепляет иммунную систему организма. Пятое упражнение помогает управлять эмоциональными реакциями, развивает стрессоустойчивость, спокойствие и открытость. Шестое упражнение позволяет работать напрямую с собственным подсознанием, делает более уверенным, более успешным и помогает добиваться любых целей. Седьмое упражнение повышает уровень жизнерадостности, улучшает общее эмоциональное состояние, помогает выйти из депрессии, создать гармонию и счастье. И восьмое упражнение, оно развивает осознанность и помогает раскрыть свои таланты и реализовать потенциал, который есть внутри тебя, человека, найти себя, смысл жизни и предназначение. Какие же результаты вы получаете за 10 дней? Вы открываете новое. Вы начинаете мыслить за рамками, нестандартные идеи к вам приходят, улучшается результат в бизнесе, на работе. Вы прокачиваете коммуникабельность, находите общий язык со многими людьми, повышаете эффективность на работе в команде, прокачиваются лидерские качества, становитесь более уверенным, повышается самооценка, повышается личностная эффективность. То есть привычка дисциплинированности успешных людей входит в твою жизнь. А где дисциплина, там успех. Увеличивается результативность, становитесь сверхрезультативными и энергичными. Уходит или предупреждается депрессия и профессиональное эмоциональное выгорание. Прокачивается осознанность. Выходит просто на новый уровень осознанности, повышает скорость принятия решений, избавляется от многих вредных привычек, если они еще есть. Развивается ораторское мастерство. Вы устраните страх публичных выступлений, научитесь говорить четко, без воды, станете легко знакомиться с новыми людьми и более эффективно вести переговоры на работе, если это нужно. Компания и ассоциация настолько уверена в своем продукте и в своих людях, которые доносят и проводят интеллект-тренировки, что дает гарантию на возврат средств, и вы можете вернуть 100% от уплаченной стоимости за курс, если вы полностью пройдете 10 дней и выполните все упражнения, если вы не получите результат. Возможность возврата действует в течение 14 дней с момента оплаты и только при условии полного прохождения программы. Ну, на самом деле это бывает, это практически не бывает, потому что результаты получают все. Практически все, да. Чтобы записаться на обучение, нужно связаться с человеком, который вам дал информацию о сегодняшней презентации, который вас пригласил. Что хочу сказать еще, что вам обещала подарок для всех, кто здесь присутствует, досидел до конца. Вам будет подарок книга, которую написал Владимир Довгань. Он на самом деле написал очень много книг, это более 20 книг у него есть, и они очень все интересны. Интересно читать человека, который чего-то добился, каких-то успехов. Ну, одна из книг – это «Интеллект. Тренер создает компанию номер один в мире». Это как раз книга о нашем суперджамп и об интеллект-тренерах. Так что эта книга будет вам в подарок. Напишите, можете личным сообщением, что вы ее хотите, и вам ее пришлем. И еще хочу сказать, что тренировки, интеллект-тренировки, приглашаю вас, да, на интеллект-тренировку, которую буду проводить 22 мая
время еще говорю, это 8:30 вечера, 8:30. Буду рада видеть на своих тренировках всех, кто здесь присутствовал, кто может. Очень благодарна вам, друзья, за то, что вы пришли, послушали, поддержали. Спасибо вам огромное, спасибо большое. До новых встреч, встретимся с вами на тренировках и на других презентациях. Всего спасибо, доброго. Спасибо, Татьяна. До свидания. Спасибо.